Меня зовут Мальков Дима, я родился 10 февраля 1999 года. Учусь я во ВГИКе, в мастерской грамматикова Владимира Александровича. Я с детства должен был стать спортсменом, потому что так хотел мой папа. Но я стал артистом, потому что так хотел я. Он пытался меня отдать во всякий спорт. Просто вот каким только спортом я не занимался. Я профессионально занимаюсь горными лыжами, я профессиональный пловец, я занимался гандболом, баскетболом, чем только я не занимался в спорте, но я настоял на своем и параллельно с этим еще и занимался в театральной студии, потому что я очень хотел стать артистом, и я им стал, стану и буду, и я в этом уверен, и сейчас я в ВГИКе на третьем курсе. Приходите на мои дипломные спектакли, и там увидимся.